В Грозном стартовал Кавказский инвестиционный форум. В столице Чеченской Республики Ставрополье демонстрирует свои прорывные проекты, с которыми можно ознакомиться на стенде региона. Нашу экспозицию представил зампреду правительства России Александру Новаку губернатор Владимир Владимиров. Глава региона доложил Новаку о реализации в регионе модели экономического развития. В нее включены 5 прорывных проектов. Благодаря им в крае создадут 38 тысяч рабочих мест. Инструменты федерального уровня, за которые на самом деле нужно доказывать и нужно, но нужно аргументированно пояснять, почему именно мы, а не кто-то другой попадает и финансирование таких проектов. Поэтому форум для того, чтобы мы проговорили с Михаилом Владимировичем Мишустином, он нас всегда поддерживает, с Александром Валентиновичем Новаком, потому что также у нас всегда поддержка. И сейчас как раз момент формирования новых национальных проектов, я думаю, что мы должны не меньше в них участвовать, чем в предыдущие 6 лет. В Кайсуле благоустраивают центральный парк. Там оборудуют пешеходные дорожки, обустроят зоны отдыха и уличное освещение. Установят скамейки, фонтан, урны и беседки, сообщили в региональном Миндоре. На территории пространства проведут озеленение, обновят главный вход, построят спортивные детские площадки. Благоустройство проводят по программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». В начале нового учебного года в 12-й школе станицы Баклановской откроют точку роста. В порядок приведут кабинеты химии, физики и биологии. Закупят современное оборудование, сообщили в региональном министерстве образования. На базе центра будут работать кружки для проектной деятельности. Откроют точку роста благодаря краевому проекту «Современная школа» нацпроекта образования. В селе Арбельяновке завершается ремонт дороги на улице Речной. Там поменяли покрытие проезжей части тротуаров, установили знаки, сообщили в региональном Миндоре. Также нанесли разметку. Работы проводят по краевой программе развития транспортной системы.